Доброе утро, Анна Антоновна. Здравствуйте. Давно мы с вами не виделись. Да, давно. Скоро 5 лет будет. Ну, где ж вы за границей-то были? Да много где было, а все тот же воротился. Все вас люблю. Спасибо вам. А то уж нас мало кто любит. Одни, как перст, остались. Да что у вас тут? Нехорошо. Ну, да что ж такое? Да вот это дело. Да помилуйте, в чем дело? Вот завязали, да и напади. Проводят из мытарства в мытарство, тянут да решают. Мне не до разногласий. Да вот 5 лет, и не знаем покоя. А все, знаете, на нее. На нее? Да каким это образом на нее? Всякие, видишь, подозрения. Да подозрения-то в чем? Первое в том, что она, говорят, знала, что Кричинский хотел Петра Константиновича обокрасть. Она-то? А второе, говорят, в том, будто она к этому ему помощь оказала. Господи. А третье, уж можно сказать, самое жестокое и богопротивное. Говорят в том, будто и помощь эту она ему оказала потому, видите, что была с ним в любовной интриге. И няню-то и ту спрашивали. И что спрашивали? Не хаживал ли Кричинский к барышне ночью? Да не было ли у барышни ребенка? Боже мой! Так старуха плюнула им в глаза, да антихристом и выругала. Да уж, было. Следствие-то они, однако, тянули 8 месяцев. Да нет, словами этого не скажешь. Дело, говорят, накопилось вот какое. Из присутствия в присутствие на Ломовом возят. Да вот 5 лет идет. Какое бедствие? Это же ночной пожар. Именно пожар. Ну, а теперь что? Разорили совсем. Девочку запутали, стерзали. Да вот на новые мучения сюда и спустили. 5 месяцев здесь живем. Последнее проживаем. По городу можете себе представить? Пошли такие толки. Суды да пересуды. Что и сказать не могу. Так что и глаз никому показать невозможно было. Скажите-ка мне лучше, что Лидия Петровна? Она очень похудела. Глаза у нее такие большие стали, мягкие. Она теперь необыкновенно хороша. Что хорошего, что от худобы глаза вытерут. Она что-то кашляет. Да, мы с доктором советовались, это говорит ничего. Как она все это несет? Удивляюсь, и какая в ней перемена, я просто понять не могу. Просьб никаких подавать не хочет. Об деле говорить не хочет. И вы смотрите, ей ни полслова, будто его и нет. Ну, а об Кричинском? Никогда. Точно его и не было. Она его любит. Владимир Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, Лидия Петровна. Вы чая не пили? Ну вот мы вместе напьемся, а вы моему старику ваше путешествие рассказываете. Здравствуйте, тетенька. Что, папенька встал? Встал, а я как спешила, боялась опоздать. Все было готово. Тишка! Тишка, накрывай чай. Тетенька, вы же знаете, что я всегда ему сама чай накрываю. Не надо, Тихон, принеси только самовар. Владимир Дмитриевич, прошу. Здравствуй, дружок. Здравствуй. О, баба, уж здесь. Вот так спасибо. Обнимемся, любезный. Как здоровье ваше, Петр Константинович? Помаленьку. А ты вчера к нам сюрпризом явился. Ты по пароходу? По пароходу. Ну что же, рассказывай, где был, что видел. Нет, нет, позвольте, папенька, позвольте. Сначала садитесь, а то чай простынет. Да-да-да-да-да, милости просим. Вот подушка. Так хорошо? Хорошо. Хорошо, мой ангел. Хорошо. Ну вот, я подле вас. А вы, Владимир Дмитриевич, напротив. Вот. Вот, спасибо. А мне нынче что-то чаю хочется. Я уж у себя в комнате поджидал. Что-то, мол, моей ли душечки не слышно. Слушаю, Анна запела. Птичка ты моя,
Голубушка. Славная лягушечка чай. Славный. Славный. Ну, я очень рада. Поверишь ли, вот только утром подле нее часок отдохну. А если бы не она, да я бы, кажется, давно извелся. Ну что, она переменилась? Да нет, нисколько. Ну нет, похудела. Ну так, немного. Мне все кажется, что вы белокурие стали. Светлее. На лице у вас тишина какая-то. Ну, полностью. Петр Константинович, Иван Сидоров приехал. Ну, вот на силу-то. Зови, зови. Здравствуй. Ты что это? Как замешкал? Здрасте, батюшка Петр Константинович. Здрасте, матушка Анна Антоновна. Здрасте, матушка наша барышня. Здравствуй, Иван Сидоров. Позвольте, барышня, вы наша ручку поцеловать. Добрая, добрая наша барышня. Ну что, как там у нас? Слава богу, рожь убрали. Вот замолотная ведомость вашей милости. Владимир Владимирович, пройдемте к тетеньке в комнату. Папенька, думаю, без нас наговорится. Да, да, ступайте. 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 Ну что, с Головковцами ты совсем простился? Ой, простился, сударь, да уж хоть бы и не прощаться. Ей-ей, у меня так и нутро-то все изныло, а они сердечные так и ревут. Да уж такая судьба крестьянская. Да, испокон веку за нами стояла вотчина, а вот пришлось откупщику за полцены отдать. Ну, что там, расплаты-то все исполнил? А как же, сударь, исполнил? Да вот вашей милости да стальные привез. Вот и счет. Угодно будет проверить. Надка, положи в конторку, вечерком поверим. Хорошо, батюшка. Иван, я уж стрешнего заложил. Господи! А что будешь делать? Просто съели, как есть съели. Господи, творец милосердный. Налетело воронье, набежали воры, запалили дом, растащили достояние, и сижу я на пепелище хилой, да вот уголь я перебираю. Что за суматоха такая? Никак приехал кто? Пойдем ко мне. Негодяй, как гончие гонят. Чужое это место, а? Какое мучение. Вас, сударь, этот барин просит к ним выйти. Скажи, что некогда, занят. Они говорят, чтоб вышли. А то, говорит, я силой войду. Ну что ж, а ты его не пускай. Не пускай. Это называют дар неба. Жизнь. Я не прочь. Дай мне небо жизнь. Но дай же мне оно и средство к существованию. Опять сюда требует. Скажи, чтобы он шел. Я говори. Ну и что же? Да хоть до завтра, говорит, а я его не выпущу. А у вас есть задняя лестница? Есть. Как же он меня не выпустит? Ну, ты ему так скажи. Слушайте, где бы я вас не встретил,
Я вас за ворот возьму. Хорошо, хорошо. Я вас на дне помойной ямы достану, чтобы сказать вам, что вы свинья. Анафема в чужом-то месте. Фу. Никак ушел. Ушел. Какова натурка? Сказал другому свинью и удовлетворен. Ушел точно сытый. Фу. Истомили меня эти кредиторы. Жизнь моя отравлена. Дома нет покоя. На улице и там места нет. Вот уж какое устройство сделал. Тарантасом назвал. Да как из засады какой и выглядываю. Так вот пусть же кто посудит, каково в этой засаде жить. Да кто же тут? Я. Это я. Ах, это вы, Кандид Касторыч. Идучи в должность, завернул к вам пожелать доброго утра. Очень благодарен. С кем это вы так громко говорили? Ах, это? Да так, пустой один человек, мой приятель. Что же такое? Да вот так, знаете, малый добрый, давно не видались. Так и сердится, и пристранный человек, изругал ругательски, затем и кончил. Неужели? Право. Потому очень любит, а видимся-то редко, так и тоскует. Я говорю, тебя на дне, как его, морском достану. Такой ты, сякой, так и срезал. Ай-яй-яй-яй, нехорошо. Скверно. Милости прошу. Вот у нас, у русских, эта ходкость на бранные слова. Сожаление достойно. В этом случае иностранцам надо отдать преимущество. И скажет он тебе. И все это скажет, что ему хочется. А этого самого не скажет. А наш русский по медвежьему так тебе в лоб и ляпнет. Позвольте, почтеннейший, кофейку спросить. Сделайте милость. А кто же это, сударь, такой? Здешний чиновник, коллежский советник, кандид Касторыч Тарелкин. А служит-то где? А там, братец, и служит, где дело, у Максима Кузьмича Воравина. А знакомство он с вами сам свел? Сам, сам. Так это посыл. Неужели? Все непременно. Ну, чего ж лучшего-то? Вы у него и спросите. А как спросить-то? Да просто спросите. Ну, вот так бы черт знает, что и спросить. Спроси лучше ты, тебе складнее. Так и что в этом хитрость какая? Извольте. Батюшка, кандид Касторыч, позвольте, сударь, словечко спросить. Что такое? Вы, батюшка, ваше благородие, простите меня, мы люди простые. Ничего, братец, говори, я простых людей люблю. Вот и благодарение вашей милости. Дело-то, батюшка, наше у вас? У нас? Его превосходительство Максим Кузьмич, ему голова, что ли? Он голова, я руки. Ну, а туловище то особо. Понимаю, сударь, Господь с ним, с туловищем. Не глуп. И как они все могут сделать? Все. А как их видеть, можно? Когда хотите. Да вот мы-то хотим. Очень не глуп, у них прием всегда открыт. Так они примут? А чего же не принять? С удовольствием примут. Вот и благодарение вашей милости. Я барину так скажу. Так и скажи. Так и скажу. Ну вот, батюшка, видите, примет. Кто примет? Что примет? Да обыкновенно что. Сами сказали, примет. С удовольствием, говорит, примет. Сам сказал? Сами сказали, а вы их поблагодарите. Петр Константинович, вы, кажется, заняты. А мне в должность пора. Мое почтение. Батюшка, кандид Касторыч, как я благодарен вам за ваше это, расположение. Что, Павелич, я всегда готов. За ваше это, участие. Это. Это.
Фу ты подавись ты им, тупой человек. Мое почтение. Да вы, сударь, не там. А как? Да вы дайте. Что ты, что ты? Ваше высокородие! Где полстинки-то, пожалуйста? Да после бы, братец, после. Ваше высокородие! Да что ты, братец? Да как же, сударь, ехать хотите, а колес не мажете. Ваше высокородие, Леонид Касторович, в чем дело? Вы меня зовете? Вы, ваше высокородие, записочку обронили. Нет, какую записку? А так точно обронили, я вот сейчас поднял. Нет, братец, никакой записки я не знаю. Да в чем вы беспокоитесь? Вы обронили, мы подняли, ну, извольте получить. А, да. Благодарю, братец. Помилуй, сударь. Обязанность. Всегда ваш слуга. Мы завсегда готовы. Мое почтение. Наш почтение. Мое почтение. Мы завсегда готовы. Тарелкин, а вы вчера в итальянской опере были? Какой шанс у человека, а? И Максим Кузьмич был? Фу, опять не вышло. А как бывало, Сальди валял ту арию в Москве, а? Так мое почтение. Нет, что вы там не говорите, а Марио до него далеко. Далеко, да конечно. Да помолчите. Я свое мнение имею. Что ваше мнение? У вас сколько чувств? 5. А тут 6 надо. Прибавьте на бедность 7, чтобы так дел не вести. Каких там дел? Да вот хоть бы это делал Муромских. 5 лет тянут. 5 месяцев здесь лежит. Со слезами просят, пощадите, батенька. До крайности щекотливое дело. Максим Кузьмич сами рассматривает. А Тарелькин записку составляет. Кандид Касторович, вы составили записку по делу Муромских? Не составил. Не составил. Откуда? Постойте. Из гугенотов. Так. Ведь это сущий вздор! Гугеноты-то? Нет, свои гугеноты. Доморощенные. Ведь это избиение Муромских ровно ни на чем не основано. Вся интрига девочки с Кричинским одно предположение. Это вы не говорите. Я говорю, что интрига была. Была. Интрига была. Толкуйте там. Вас не переспоришь. Нет, представьте себе, господа. Сижу я вчера у Максима Кузьмича в ложе, ларнирую эдак. И вдруг во втором ярусе над бельэтажем, кто бы вы думали? Оранжинский. Как выдал. Зато у него дом повыше второго яруса. А все вор и грабитель. Что это у вас, дружище, все воры да грабители? Не сломали бы они вам шею? А у меня, сударь, шеи нет, а голова есть. Так не страшно. А вот у кого головы нету, а шея есть... Тому рискова. Вот кунсткамера какая. А вы заметили в кунсткамере есть животные, у которых все тело, шея? Вот их-то присмыкающимися и зовут. Собака.
Ваше превосходительство, дело есть. Ну что? От муромских гонец. Готово. Как медленно. Что делать? Истинное мучение. И дочь-то любит, и деньги-то любит, и хочется, и колется. Надо через третьи руки. Не-не. Сам, говорит, или ничего? Вот как? Третьего лица, говорит, не хочу. Украдет. Ах, он эту азбуку знает. Знает. Ай-яй-яй. Он все мытарство прошел. Так сколько же теперь? Особенной массы нельзя. Да. Взяли 10. По такому делу. Одна дочь, вся жизнь, 30. Нету. Достанет. Где достать? Ну, дочери лишится. Хоть кожу сдерите. Имение заложено. Заложено. Ну, продаст. Продано. Неужели? Верно. Так что ж они делают? Вы сами знаете, что за люди. Лишь бы силы хватило, не спустят. Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же он теперь? Добавочный взял, имение продал. Ну, тыщенок 25 у него надо быть. Ну, делать нечего, 25. Нет. Меньше 20 000 дело не кончится, только скорее. Готово. Ваш прикид. Дожидаются. Ну, так вот что, князь сейчас едет в комитет. Чиновников я распущу по случаю праздничного дня. А через час и его приму. Слушаюсь. Так вы сейчас и повестите. Слушаюсь. Праздник можете кончить до завтра. Кандид Касторч, едемте вместе. Да. Нельзя, душа. Дело есть. Тарелкин. Я. Каков мой кандид? Да, расцвел, как маков цвет. Вот ни состояния, ни родства, а каково? Станислава хватил. Коллежские советники шаркнули. О, двойной оклад взял. Чем вышел это удивление? В рубашке родился, господа. Стало быть, по пословице... Не родись умен, а родись счастлив. Это глупая пословица. По-моему, это по стране бывает. Вы заметьте, вот в Англии говорится, не родись умен, а родись купец. В Италии говорится, не родись умен, а родись певец. Во Франции говорится, не родись умен, а родись боец. А у нас? А у вас? Сами видите, не родись умен, а родись подлец. Изволите видеть, дочь моя получила в свете склонность к этому Кричинскому. И хотя то мне было прискорбно, но я на брак их согласился. Вот это и была моя ошибка. Верю. Кричинский, нуждаясь в деньгах, взял у моей дочери солитер под предлогом показать его знакомым. И дочь моя он ему вручила. По детскости и большой к нему привязанности. Верю. Немедленно за сим Кричинской произвел у ростовщика Дека фальшивый залог. Так что получил возможность вернуть камень этот моей дочери тем же днем. Ну, мы тут стало как младенцы какие, ровно ничего и не подозревали. Верю. Только в эту минуту один близкий мне человек предупредил меня. А вскоре затем явился и сам ростовщик, у которого в залоге оказался камень подложный. Стало все и выяснилось. Ну, видя это, я всякие сношения с Кричинским прервал. Вот и все дело. И поверите ли, такая простота
является обнесенный всяческими зазорными подозрениями. Верю, почтеннейший, верю, однако замечу, что некоторые обстоятельства дела вы опустили. Положение дела вашего по фактам следствия остается запутанным и, могу сказать, обоюдоострым. С одной стороны, оно является совершенно естественным и натуральным. Но с другой стороны, совершенно неестественным и ненатуральным. В чем же неестественным и ненатуральным, ваше превосходительство? А во-первых, спрашиваю, можно ли, чтобы дочка ваша отдала такую драгоценную вещь чуждому ей лицу без расписки и удостоверения? Ибо есть дамы, и я таковых знаю, которые и мужьям своим того не доверяют. Не могла ничего предполагать, ваше превосходительство. Во-вторых, по какой таинственной причине дочь ваша повторительно и собственноручно отдала камень ростовщику Беку? И тем самым второй раз вас его лишила, а себя явила участницей похищения. Хотела его спасти. Кого? Преступника. Воспрещено законом. Да ведь он ей жених. Нет, а по-моему, бы я от него этак. С ужасом. А не выручать. Кто же ведь и закон, неопытность принимает соображение. Она ребенок. По метрике оказалась на 19-м году. Как точно? Уголовное совершеннолетие. Уголовное? Да. Побойтесь Бога. За то, что девушка жениха из беды выручает, да она кровь отдаст. Вы примите во внимание ее привязанность, увлечение. Ну вот вы сами и поймались. Где, когда я ничего не сказал? Сказали. Сказали. Да вы не беспокойтесь. Вы всегда скажете то, что нам нужно. Увлечение, говорите вы. Ну вот оно нами во внимание и принято. Степень этого увлечения мы и хотим теперь определить по закону. Так позвольте, я не в том смысле. А в каком? А известно ли вам, сударь, показания двух свидетелей об увлечении? Тогда напрямик, кстати, между вашей дочкой и Кричинским была незаконная связь. Пощадите, пощадите, это клевета, это подвод, их купили. Да эти два свидетеля выеденного яйца не стоят. Где же истина, спрашиваю я вас? Где она? Где? Какая темнота! Какая ночь! И среди этой ночи какая обоюдоострость! Темнота? Среди темноты ночи? Среди ночи обоюдоострость? Стар стал! Не понимаю! А вот поймете. Я затем коснулся этих фактов, чтобы показать вам всю обоюдоострость и окончательность вашего дела, по которой оно, если поведете туда, то и все оно пойдет туда. А если поведется сюда, то и все пойдет сюда. Как же так? И туда, и сюда. Да, и туда, и сюда. Так что закон-то при всей своей карающей власти, как бы подняв кверху меч, и по сию пору еще спрашивает, куда же мне, говорит Воровин, ударить. Боже милости! Вот это самое весами правосудия и зовется богиня-то правосудия. Фемида-то, ведь она так и пишется. Весы и меч. Ну да, весы и меч. Боже. Ну, мечом-то она, положим, сечет. Ну, а на весах-то? А и на весах варварка торгует.
А, понял. Кто-то, говорите, стар стал, не пойму. Я уж и не знаю, излагать ли вам мои опровержения. Это достопочтеннейший, к чему? Был и я молод, любил и я диспутоваться, теперь минуло. Познал я жизнь, познал я и существенность. Вы старину-то вспомните, простую, задушевную. Ай, вот время-то было. Об нем и в стихах еще так складно сказано. Там, где сердце нараспашку, наголо, как в старину. Нараспашку, наголо? То есть как же это наголо? А в старину не диспутовались, поговорят легонько. Объяснятся нараспашку, да и устроят дело. Наголо. Наголо? Да, наголо. Ну, а как по-вашему, сколько бы с вас в старину взял приказный за это дело? Я, право, не знаю. Я по этим торгам не опытен. Ну, вы для шутки, для шутки. Я, право, не опытен. Боже мой, ну шутите. Ну, тыщенки бы три взял. 30 тысяч. Как? Как вы это сказали? Да 30 тысяч и ни копейки меньше. Приказный бы этот не взял. Силы небесные! Да ведь это гора, состояние, жизнь человеческая. Да помилуйся! Да за что же бы он их взял? Ведь и дело-то в сущности пустое. Однако... Так, мнение одно. Фу, воздух. Положим, что и воздух, только воздухом-то этим вас поистомило. А старинные, сударь, люди так не рассуждали. Старинные люди говорили, первое благо в мире — это мое спокойствие. Да, это так, ваше превосходительство. Но не 30 же тысяч, ваше превосходительство. Согласен. Согласен, время все меняет, ныне люди и помягче стали. То есть как это? Утверждают философы, что люди на 20% мягче стали. Так, 10 копеек 3 тысячи. Теплоты душевной стало, говорят, более. 10 копеек еще 3 тысячи. 6 тысяч долой. Сочувствие к нуждам ближнего все это развелось, усилилось. Стало 24 тысячи серебром. Вот это самое они прогрессом называют. По чести, ваше превосходительство, приказный бы этого не взял. Взял бы, посильнейший взял бы. Взял. Нет, он бы этого не взял. Ну, как вам угодно. Право того. Я полагал бы, ну, 10. Имея по должности моей многосложные занятия, прошу извинить. 24 тысячи. Где я их возьму? Их у меня нет. Видит Бог, нет. Что же, стало стрешнего продавать? Прах-то отцов, дедов состояние, а дочь по миру? Так нет, не дам, еду. Кому не есть, еду. Лбом отворю двери, всю правду скажу. Кротко, складно скажу, Лидочку с собой возьму. Не камни же люди, за правого Бог. Каков ваш пришельство? Ну, я от него такой невежливости не ожидал. И что же, вздумал предложение делать на третью долю? Однако все-таки предложение сделал. Ваш пришельство, махнуть бы вам рукой. Я сказал, нельзя. Он вот ехать хочет. Куда ехать? Не знаю. Никам не говорить, люди.
За правого Бог! Я полагаю, он бросится к князю. Другой дороги нет, как к князю. Хорошо бы его так направить, чтоб он попал к нему утром ранехонько. Пока тот по залам разминается, да содовую пьет. Это можно, ваше пречество. Да чтоб он в самую содовую и попал. В самую содовую и попадет. А ежели попадет, то неизбежно там напорится. И когда тот по своей натуре на него крикнет, так он опять у нас и будет. Непременно здесь будет. Обязательно здесь будет. Ну, так и делайте. Ваше пречество. Как опять? Сил нет. Да вы насмех. Помилуйте. И вот как сижу. Что это вы мне показываете? Что это новое, что ли? Вы целый век. Вот как сидите. Будьте милостивы. Выкупите меня разочек. Я совершенно потерялся. Жизнь в горечь обратилась. Ведь меня на улице как зайца травят. Кто вас травит? Кто кредиторы? Вы что думали? Я кругом должен. Я дворнику и ему должен. Как только сунусь на улицу, пырь мне в глаза кто? Кредитор. А портной, да к тому же немец, так совершенно остервенился, на медни силу и ворвался. Слышу, ломится, а у меня эдак трюмо. Ну что, делать нечего, залез туда, скорчился и сижу. Так что же, поискал он меня, да подметил, видно. Да как харкнет за трюмо, прямо мне в рожу. Ну и плюнул, что возьмем? Жидора пуэра. Что же это за существа? Да. Ты что хочешь себе думай, да. А почтение мне окажи. Да, ну это конечно, это я согласен, а почтение он таки окажи. А почтение ты мне, подлец, все-таки окажи. Ой, Сидорыч, как у меня сердце-то ноет. А как ему и не ныть, матушка? Ведь было на землю нашу три нашествия. Набегали татары, но ходил француз. А теперь вот чиновники обрекли. А земля наша что? И смотреть жалостно. Проболела до костей, прогнила насквозь. Продана в судах, пропита в кабаках. И лежит она на большой степи неумытая, рогожей укрытая, с перепою слабая. Да, правда твоя. А я вот так иногда думаю, что лучше бы всего мне умереть. Все бы и кончилось, и силки бы эти развязались. Что вы, матушка, Бога гневите? Ну, посылает Бог напасть, посылает силу, посылает терпение. Нет, Сидорыч, ослабли мои силы, истощилось терпение. Если я помру, то похороните меня тихонько, без шума. Никого не зовите, ну, поплачьте промеж себя. А чего же мне больше? Иван Сидоров! Простите, сударыня, иду. Я бы только одного хотела, чтобы и он приехал, чтобы и он заплакал. Ведь он любил меня по-своему. Нет, не любил он меня. Но почему бы ему не прийти и не сказать, что вот ему деньги нужны? Боже мой, деньги, когда я ему всю себя отдавала. И так рада была, что отдавала. Надеюсь, что у меня чахотка, а все пустое, никакой чахотки нет. Ой. А как бы хорошо мне умереть. Я бы сказала ему еще раз. Ты, Мишель, прости. Вот видишь, там... Такой дали, какой я себе и представить не могу. Об тебе, об твоем сердце
буду я молиться. Лида! А, Лида! Где же ты? Я здесь, папенька. Прощай, дружок. Да ты что это? А? Ты плакала? Нет, папенька, я не плакала. А что это вы в параде? Ох, мой друг, вот ехать надо. Ехать? Куда? Да решили вот к князю ехать. Просить подать вот записку. Так постойте, я сейчас. Да, Константинович, не медлите. Прошу вас, не медлите. Я вам говорю теперь в самый раз. Он теперь свободен, никого нет. И вам будет ловко на досуге объяснить все эти обстоятельства. Да ты что это, а? Я, папенька, с вами. Ах, коза проклятая, да она все испортит. Вот со мной. Невозможно. Невозможно. Им неприлично. Полно, матушка, видишь, говорят, нельзя. Ты простудишься, дружок? Нет, папенька, я не простужусь. Вы же знаете, что я вас никуда без себя не отпущу. Нет. Да, ангел ты мой. Папенька, ну я ведь с вами только в карете. А кто же мне запретит с вами в карете-то ехать? Да наверх, к князю не взойдете? Не беспокойтесь, не взойду. Ну, так можно. Ох. Ну, ступайте. Ну, ступайте, вот. Ступайте. Ну, вот. Вот. Вот и хорошо. Все еще ходит, да воду пьет. Стало быть, еще не готов. Стало быть, еще не готов. Не готов. Говорят вам, не готов. Не готов, господа, не готов. Ну что, как он нынче? Тучей. Хорошо. Слушай, я сейчас просителя впущу, ты его не тронь. Пускай попросит. Понимаешь? Попарить, что ли, надо, и не гнется. Ну, давайте, мы попарим. Господа, что это такое? Чиновники, ваше сиятельство. А что они? Не желают беспокоить ваше сиятельство. А, хорошо. Проситель, ваше сиятельство, вероятно, проситель. Нынче приемный день. Я Муромский, ваше превосходительство, ваше сиятельство. Отставной капитан, помещик Муромский. Что вам угодно? Мое дело находится на рассмотрении вашего сиятельства. А мы его рассмотрим. Я желаю, я прошу у лица вашего защиты вашего сиятельства. Я защиты делать не могу. Я могу только рассматривать дело. Может быть, записку иметь? Имею. Только я из дальней деревни затем, собственно, и приехал, чтобы лично объяснить вам мои невинные страдания. Объяснять только дело, не страдания. Мы их не рассматриваем. На это есть врачебная управа. Ну, что вы жалуетесь?
Вам с дочкой оправдываться надо, вы жалуетесь? А в чем же невинному человеку оправдываться? Невинному, сударь, оправдываться, а виновный у меня не оправдается. За это я отвечаю, продолжайте. При допросе дочь моя сказала, это была ошибка. А полицейский донес, будто она сказала, это моя ошибка. И из этого и произошло все дело. Несчастную девушку эту заподозрили в соучастии. О, не дурно ли себя чувствовать изволите? Тяжело. Так тяжело, ваше сиятельство, что и сказать нельзя. Стало все, и следствие ведено теперь о любовной, будто бы связи моей дочери с Кричинским. Не прикажете ли чего? И сам не знаю. Давно эдак не случалось. С тех пор, как свет стоит, не случалось. Много в нем неправды бывало, но этакого случая не найти. Соды бы, соды. Третью пью. Не бык же я. Бык? А, да, так точно. О быке была речь. Но и тут ничего нет. Положим, ваше сиятельство, до скотины таки я охотник. Кто же тут до скотины охотник? Я-то, я ваше сиятельство. Он говорит, что он до скотины охотник. Так точно, ваше сиятельство. Только не мог же я на тирольского этого быка дочь сменять. Следователи, мне запрос. Где, говорят, этот бык? Ну я, чтобы кончить такие пустяки, ответил. Съел, мол, я его. Так ведь какое ехидство. Взяли да залпом временное отделение мне и наслали в вотчину. Ну и оказался этот бык жив. Что такое? У него дочь. Дочь он будто сменял на быка. Сомнительно. Быка съел, верю. А бык жив, не верю. Приказная штука, не верю. Жив, ваше сиятельство. Жив. Жив. О. Этим самым быком я им в лапы и попался. Быка они отдали на временное попечение местной власти, а меня предали суду за лживое, говорят, показание. У меня лоб трещит, я ничего не понимаю. Вот и я, ваше сиятельство, ничего не понимаю. Вот те раз. Ну, стало, вы кончили? Напротив, это только начало болезни. Он меня уморит, я умру. Пять лет находимся мы с дочерью под судом, потеряли честь. Потеряли достояние, протомились до костей, пощадите. У вас у самих дети. Вы сердцем внемлите, тут надо сердцем ощутить. Мы, сударь, обязаны не ощущать, а судить. А без этого и судить нельзя. А вот попробуем. А что попробовать? Невинную девушку загубите, годы, золотые годы отнимите, честь в комок сомнете. И видите, Богу ответ дадите. Ну, теперь, полагаю, вы кончили? Нет, не кончил. Ну, так извините, я кончил. Ваше сиятельство, ваше сиятельство, позвольте, позвольте. Ваше сиятельство, я умоляю вас, верните мне мою дочь. Я прошу вас, избавьте нас от этого мучения. Хорошо, и даже красноречиво. Только я просительского красноречия, сударь, не признаю. Отчего же так? От того, что тут утро честного не отличишь. Не отличите? Нет, не отличу. Так вы места вашего не занимайте! Ах, вы так думаете? Так мы вас в бараний рог согнем. Мы вот и сделать-то посмотрим, что вы за лицо и как вела себя ваша дочка в этом невинном происшествии. Путно или беспутно? Моя дочь беспутна? За что же вы нас оскорбляете, ваше сиятельство? За что? Разве за то, что я люблю свое дитя, а вы своих по целым неделям не видите? Как? Как? Или за то, что мне вот под Можайском проломили прикладом голову, когда я простой армейский капитан принимал француза на грудь? А вас тогда таскала на руках французская мамка. Позвольте, да вы с ума сошли. Ваше сиятельство, сделайте милость. У них головная рана, а не в голову. Нет, чиновник, я в сердце ранен. Дочь я свою защищаю. Мою честную дочь, преданную публичному поруганию суда. Так вы меня слушайте. А знаете ли вы, что я вас в полицию отправлю? Знать ничего не хочу. Я ведь не петербургская кукла. Я вашей чиновничьей дрессировки не знаю. Правду я говорю, она у меня горлом лезет. Так вы меня слушайте. Нет у вас правды. Суды ваши, Пилатова расправа,
Судейцы ваши ведут уже не торг, а разбой! Дай курьер! Пусть меня слушает и курьер! Пусть он идет в трактир, в овощную лавку, ну, в непотребный дом, и пусть там, ну, хоть там расскажет, что нашелся на Руси хоть один дворянин, которого судейцы до тех пор мучили, пока не хлынула у него изо рта правда вместе с кровью и дыханием. Эй, курьер, иди его вон, тащи его, тащи! Не беспокойтесь, ваше следство, я и сам иду. Каков? Ведь это бунт. Каково густо? Вот мы говорим провинция. Нет, вон как провинции-то поговаривают. А что ты вздумал меня удерживать, а? Хороши приемные дни. Как помилуч, всякий с улицы. Читал Рацею, каково прибрал. Только вот что, не вышло бы тут какой разладицы. Не слишком ли он его-то сиятельство раздражил? Теперь этот начнет колобродить. Подай, скажет, дело, да что это за дело, что проситель некоторым образом из собственной шкуры вон вылез. Начнет он его вертеть, а ты, говорит, исполни. Эй, Василий! Эй! Что такое ваше сиятельство? Ой, неужели это... Да. А я, признаться, боялся, что он вас обеспокоит. Да нет, врач, сынок, к лучшему. К лучшему, как благополучно. Ведь какая штука. Вчера в клубе вот какую стопу соды хватило. Ничего? Этот факт, ваше сиятельство, необходимо доктору сообщить. Непременно, мы. А в другой раз он так и пропишет. Да. На вечер принять соды, да. А поутру просителя. Ой, не могу. Ой, не могу. Очень, очень благополучно. Так объясните мне, что это за дело? Он помешан, что ли? Он под Можайском... В голову, ваше сиятельство, и рана-то давняя, оно и заметно. Несвязность в речах и черножелчие. Именно. Это тонко вы заметили. Несвязность в речах и... Черножелчие, да. Так покажите мне это дело. Оно у вас готово? Готово, ваше сиятельство. Ну, так изложите мне его вкратце. Так вы извольте все дело... Все дело, сестра. Все дело обратить к переследованию. И строжайшему, строжайшему... Боже мой, он все изгадит, ваше сиятельство. Позвольте заметить, дело 5 лет идет. 5 лет, а хоть бы 10. Мне нужна истина. Ваше сиятельство... Что вы ко мне пристали? Не-не-не! Сказал, переследование кончено. Составьте мнение сей же час. Боже, что это? 12 часов, а у меня заседание до комитета. Давайте бумаги к подписанию, только поменьше и скорей. Слушай, я самопустейший представлю. Курьер! Курьер! Карету! Карету, курьер! Просите, Иван! Слушай, сестра. Нынче не могу занят. К переследованию, какой тут смысл? А ты, говорит, пиши. Последние времена настали. Изгажено дело. Парелкин, дело Муромских изгажено. Как? Этот помещик того наговорил князю, что лучше содовой воды подействовало. Ну, теперь встал на дыбы, да так и ходит.
Приказал все дело обратить к переследованию. Пишите бумагу. Муромский умрет. Умрет. Вот видите, скоро умрет. А дочка за это ручаясь гроши не даст. Мне, видите, на все принципы. Ай-яй-яй. Стало так, он своими деньгами домой поедет? Так и поедет, ну. Это невыносимо. Столько лет, что забот, что хлопот. Меня завтра же кредиторы за ворот возьмут. Это невыносимо. Азартный человек опасен. Если взять это дело ему не сделать, он, пожалуй, скандал делает. В нем совсем нет той скромности, что вот прочие просители. Ведь придет теперь к тебе проситель, точно овца господня. Что ты хочешь, что с ним и делай. А я тут только... Есть для таких случаев оборот. Разве попробовать? Немедленно пишите бумагу об обращении дела к переследованию. Слушаюсь. Пишите резко, его сиятельству так угодно. Проставьте 14 пунктов о подозрении в незаконной связи, а затем идите так. И если потребуется, то приступить по закону к медицинскому освидетельствованию. Подсудимый. Тотчас переписку, чтобы к докладу завтра было готово. Слышите? Слышу. А между тем, в завтрашний же день утром вызовите к себе поверенного Муромских. Да в глаза-то ему этим пунктом и пырните. Смотри, мол, борода, вот чем грозит жизнь и смерть. Деньги. 25 000, как один рубль, чтоб тотчас были без проволочек и шата. Как же так? Пишем мнение, делать переследование идет, с начальством сладить не можем, а деньги дай. Не понимаю. А! Были бы деньги! Господа! Бумаги к подписанию его сиятельству, только самонужнейшие и скорее. Комитет у нас представительства, эти отношения весьма спешны, непременно надо. Хорошо, хорошо, знаю. Согласно вашему приказанию, ваше сиятельство, весьма спешно. У вас, какая-то, у меня весьма спешные бумаги. Самонужнейшие. Ни одной бумаги не возьму, кончено. Самонужнейшие. Тише. Что это вы моей смерти входите? Я давно говорю, бросьте сделки, оставьте посылы, перестаньте честной головой бесчестному туловищу кланяться. Лучше будет. Ну вы посмотрите, разве мало честных людей страдает? Разве мало их гниет по строгам, изнывает по судам? Разве все они должны кланяться силе, лизать ноги у насилия? Это что за трагедия такая? Все это французские романы да слова. Нет, тетушка, не слова это, а это голос чистой совести. Пускай я пойду по миру, пойду нищая, да честная, и всегда скажу, всем скажу, мой отец хорошо сделал. Друг ты мой, дитя ты мое. Папенька, не крушите себя, папенька, не плачьте, не плачьте. Смотрите, я покойна, я знаю, вина этой беды не во мне. Не в сердце моем. Так что же ты хочешь, дружок? Какой конец? Конец поклоном. Конец унижением. Я хочу видеть вас гордого и твердого в несчастье. А тебя и засудят. Пускай. Что ж с тобой будет? Со мной? Со мной ничего не будет. Со мной все было. Так стало в деревню ехать? Нет, ехать и требовать правду. Ну, я же говорю, романы да слова. Что вы, сударь, говорите-то? Где на свете правда? Где вы ее найдете? Ну, а если ее в свете точно нет? Так пусть ему и будет стыдно, а не мне. Ну вот, и он. Ну, что там? Вы
был, батюшка, видел. Кого? Да, Кандид Касторыч. Ну что? Да, позвольте, сударь. Ну, круто, круто что-то повели. Что такое? Владимир Дмитриевич, подойди-ка сюда. Видите, государь, его-то сиятельство разлетел так, что и напади. Теперь они обращают все дело сызнова на новое переследование. Господи. И видите, самым строжайшим образом. Да верно ли? Он мне и черновое, и пеловое казал. Идет, говорит, в доклад. Ну и пускай их следует. Делать нечего, пускай следует. А вы знаете ли, как следовать-то будут? Ну как же, нынче, слава богу, пытки нет. Ан вот есть. Ведь яд-то какой. А потому принять, говорит, все меры к открытию истины. Ну, пожалуй. И если обстоятельства потребуют, то пригласить врачебную управу к медицинскому освидетельствованию. Вот то, что такое, я не понимаю. Давиде Петровну в управе хотят свидетельствовать. Боже мой. Так это же целый ад. Петр Константинович, отдавайте все. Постойте, государь, что за пупыхи? По-моему, они этого сделать не могут. Закона нет. Закона? О чем стал говорить? О какой гнили? Петр Константинович, что вы боретесь? Отдавайте все. Что это значит? Скажите мне. Да вот, друг мой. Стойте. Стойте и не шагу. Никто вам этого сказать не может. Ну вот мы сейчас говорили. Теперь не то. Лопнули все границы. Заглохнула совесть, ослеп разум. На вас напали воры. Вы в лесу, над вами держат нож. О нет, 100 ножей. Ой. Петр Константинович, что вы боретесь? Отдавайте все. До нитки, до рубашки, до головы. Да вот они. Пропали они. Чертово семя. Сколько назначили? 30 тысяч. Как 30? Говорили 20. Ой, как хлопнул кулаком по столу, жизнь и смерть. Подавать, говорит, 30 тысяч, как 1 рубль. Когда везти? Чтоб в 4 часа были. Сколько тут? 20. Что же делать? Не знаю. Ну, Владимир Дмитриевич, у меня есть бриллианты. 3 на 3. Давайте. Постойте, постойте. У меня тоже есть вещи. Вот. Только здесь маменькино кольцо, его и не отдам. Вот оно. Это я ей, покойница, подарил. Когда она тебя мне подарила. Бог с ними, для нее и берегла. Да что? Где тут? Как набрать такую сумму? Вот этих 20. Да. Да тут вот. Хоть... На 3. 23. Да вот у сестрицы. Ну, на 2. 25. Ну вот, стало 5 тысяч. Все нет. Боже мой, как нарочно весь истратился. У кого мне занять? Кто меня здесь знает? Меня никто не знает. Сколько вы, батюшка, нехватки-то сказали? 5 тысяч. Так вот, теперь должно быть, залишком будет. А что это? Ломбардные билеты? Это какие же, братец, билеты? По душе, батюшка Петр Константинович, по душе. Все одно, что наличность. Так стало, братец, это твои деньги? Так точно. Что ж, батюшка, мы люди простые. Коли пошло на складчину, ну и даешь, сколько сердце подымет. Мое вот все подняло. Что было, то и подняло. Добрый же ты человек. Хороший человек. Иван Сидоров. Обними меня. Добрая наша, честная наша барышня. Господи, Господи, твоя воля. Не тужи, отец мой, не тужи. Вот помяни ты мои слова, Господь все вернет. Да ведь, Иванушка, не грабленные. Знаю, батюшка, знаю. Вернет, ты только веруй, вернет. А теперь мне надо Кандид Касторычу добежать, да предупредить, что в 4 часа будет. Хорошо, хорошо. Только вот что, братец, ты сперва со мной ступай. А то я плохо вижу, да и на уме-то у меня что-то темно. Папенька, папенька, что с вами? Папенька. Ничего, друг мой.
Папенька! Я ничего. Папенька, голубчик вы мой, ну не беспокойте себя ради меня, я прошу. Сидорович, ты слышишь, с нами, с нами? С вами, батюшка, с нами, с нами, с нами. С вами, батюшка, с вами. Папенька! Простой мужик и полезен, и высок. А я... Месть. Великую месть всякой обиде, всякому беззаконию затаю я в сердце. Владимир Дмитриевич, Владимир Дмитриевич, вы здесь? Здесь, здесь. Дайте гофманские капли. Вот они. А что с ним? Нет, ничего. Я только боюсь, он очень слаб. Но это ничего. Господь даст ничего. Вы только, пожалуйста, не уходите. Не оставляйте нас. Господь с вами. Я ли вас оставлю? Но что я могу для вас? Вот и теперь, на что я вам годен? Да полноте. Неужели же только одни деньги нужны? Ведь вы нас любите, не правда ли? Ой. О, правда. Святая, чистейшая правда. Этой любовью я весь горю, я полон ею. Ею только и живу. Еще несколько минут... И валит он к нам с полным возом. Признаться, вижу я, дело горячее. Хватил 30, а он и сдался. Стало, дело-то сделал я. Ей-богу, я, а не он. Стало по-настоящему, поистине, от всего куша половина мне не даст. Что тут? Отрежу ему на чистоту, так и даст. В этом случае что нужно? Характер. Да, характер. И больше ничего. 15 000. Ведь я богат. И слово-то какое увесистое. Точно на новате. Богат. Нет, что ни говори, а я уважаю этот закон природы. Рассвирепеет же он. Ой-ой-ой, рассвирепеет. А я в отставку. Да мне что? Всего я насмотрелся, всего напробовался. Укачу я в матушку Москву. Город тихий. Сниму квартирку у Успения на Могильцах, в мертвом переулке, в доме купца Гробова. Да так, до второго пришествия и заночую. Он приехал. Что ж, примите его, одержите, да мне и доложите. Боже, да смотрите, как я приказывал, позовите сейчас экзекутора. На какого черта ему экзекутор? Зачем мы этот скотинный экзекутор? Не понимаю. Кандид Касторыч. А, Кандид Касторыч, это я. А, боже мой, я за делами вас и не приметил. Все в трудах. Можно, что ли? Занят. Повремените. Не угодно ли? Батюшка, извините меня, нельзя ли стаканчик водицы, что-то нехорошо. Горло пересыхает. Все вот, жажда мучит. А чего же? Помилуйте, сейчас. Точно перед операцией все воду пьется.
чем кончилось. Боже мой, все, все, даже и бриллианты. А, Федор Константинович, благодарю. Мы ли вам не служим? Благодарю, благодарю вас. Я вот сейчас пойду с докладом, я вас скажу. Вы уж смотрите, недолго, он уж все устроит. Будьте спокойны, у него ведь дело-то гора целая. Да, да хорошо, видите? Хорошо, хорошо. Господи, вот она, волчья яма. Пожалуйста, а что ты видишь? Опять об их закутере. Что же он такое сделать-то хочет? Стало глуп, не понимаю. Однако позвать надо. Норовит он, писте этот Иуда-подрядчик, дюжину персиков тебе на подносе поднести. Или малины к светлому празднику. Но судите сами, служил я в военной службе. Что же мне малина? У меня же дети. Что же мне малина? Я же не млекопитающее. Ну нет, вы млекопитающее. Я млекопитающее? Ну а ты свинья. Вас пришлись-то, экзекутор-живец. Очень хорошо. Будьте уверены, я рассмотрю ваше дело с полным вниманием. С полным вниманием. Ну что, батюшка? Обещал. Вы объяснили все? Да, объяснил. Передали все? Как следует. Ну ж, будь спокойны, все будет устроено в лучшем виде. В лучшем виде. Дай бог, дай бог. Вот как будто и полегче стало. Лишь бы мне ее мою горлинку, душу-то мою увидеть спокойную. Господи, вот ведь слепота человеческая. Копил, копил, про нее ведь копил. А вот куда? Последнее свез. Да ну их деньги. Будь они прокляты. От них все вышло. Ну как, теперь можно? Теперь можно. Теперь можно. А что вы изволили требовать? А да погодите, гей, курьер. Гей, курьер, Парамонов. Вороти этого просителя скорее. Максим Кузьмич, ваша пришлица, что вы? Да не меня, братец, не меня. Пожалуйте, пожалуйте, их превосходительство. Да ты ошибся, братец. Позвольте, я вас требую. Меня? Да вас. Вы оставили у меня в кабинете вот этот конверт с деньгами. Так ли? Я? Нет. Ах, как нет. Оставил. То есть, может быть... Позвольте, я не знаю, что же вам нужно? Мне нужно заявить ваш поступок вот при свидетелях. Что же это? Западня. Вы меня хотели купить, так ли? Да нет, позвольте. Тут стало недоумение какое. Извините. Простите меня. Ведь это вот они мне все сказали. Что вы? Что вы? Ваш пришлица. Я вам крестом распятым клянусь. Не-не, никогда. Я ее в глаза не видел. Так знайте, что я денег не беру. Вы меня не купите. Вот они, ваши деньги. Возьмите их и убирайтесь вон с вашим пасквильным делом. Позвольте. Не о пасквильном деле я вас прошу. Что же это, а? Да как вы могли? Позвольте, что вы меня путаете. Нет, как ваш вы... Ваше пресечество, что они меня путают. Угодно вам взять ваши деньги, или я прикажу вот экзекутору. Я могу вас представить всей строгости законов, и только ваше лето извольте идти. Что это? А? А где же деньги? Извольте идти, я прикажу вас вывести. Вот. Вот оно что. Оно что.
Да где же деньги, я говорю? Их тут нет. Ну, нет. Их взяли. Взяли? Помогите. Добрые люди, помогите. Помогите. Капкан. Идите прочь, говорю я вам, я имею власть. Разбой. Муромские леса. Разбой! Что вы опомнились? Что это? А? Здесь грабят. Я вслух говорю, грабят! Они, кажется, припадкам подвержены. Ничего не знаю, Вахтов, если вы меня не путаете, ради бога не путайте, я ничего не знаю. Да кто же здесь? Тут все одна шайка. Стойте! Ведите меня к государю! Что вы, милостивый государь? Я требую! Ведите меня к моему государю! Зовите сюда жандармов, полицейских, по улицам без шапки! Мы воры! Мы сообщники! Пойдем! Что вы, милый? Мы клятва преступники! Куйте нас! Слово и дело! Куйте нас! Государю! Я скажу ему! Отец! Всех нас, отец! Милостивый мой, добросердый, Батюшка, Петр Константинович, успокойтесь. Ваше, все устроим. Ваше величество. Позвольте, ваше превосходительство, моя обязанность. Позвольте, позвольте. Господа, позвольте. Во имя Христа. Позвольте, говорю я вам приказываю как начальник. Долг службы. Прошу, прошу. Я должен сосчитать. Вот тут-то сосчитайте. Что вы осмеливаетесь? Я не осмеливаюсь. Я дам. Сам власть имею! Угодно вам молчать! А почему же? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы... Молчу. А как бы вы думали? Вот так-то. Эва! Господа, что ж такое? Извольте, сударь, стать здесь! Вели с места! Слушаюсь! Ваше превосходительство, будьте покойны! А вы будете сейчас же послать за полицейских и сдать ему просителя за повреждением умственных способностей. Да слышите ли вы меня? Чтоб он вот здесь же при вас принял от экзекутора просителей деньги для доставления по месту жительства. Ваше фитя! Доставление я по месту жительства! Ну, кто, батюшка, млекопитающая? Ваше превосходительство! Их превосходительство! И их сиятельство! Боже мой! Сам страшный суд! Молчать! Стойте здесь и не с места! Да, батюшка, я службу знаю. Это что? Что такое? Самый необыкновенный случай, ваше происходительство. Явился, как по всему заметно, проситель. Объясняется как-то странно, не в чистоте сознания. Я по обязанности службы его принял. И вдруг он оставляет у меня в кабинете вот этот вот конверт с деньгами. Случился экзекутор. Послали курьера его воротить. И как стал я ему выговаривать, действительно, с некоторой резкостью. Напрасно. Ваше, что делать, не вытерпел. Напрасно. Ваше превосходительство, пощадите. Обидно. 30 лет служу. Никто взяточником не называл. Я, ваше превосходительство, его положение понимаю. И, по моему мнению, этому просителя строжайшего... Продолжаю. И в эту самую минуту ему вот здесь, при чиновниках, сделался припадок и дурнота. Этот самый капитан, который ко мне играл... Тот самый ваш есть. Так вы и сказали. Он, ваше превосходительство, и ко мне приходил, и у меня шум сделал. Так что же он такое? Он под Можайском в голову ранен. Так у него, знаете ли, бессвязность эдакая в речах и черножелчие, ваше свидетельство. И черножелчие, ваше превосходительство. Так что же здесь курьеры делают? Почему? Пускают всякого с улицы? Курьер! Курьер! Ты что делаешь? Конечно, оплошность, ваше свидетельство. Оплошность.
Знаешь ли ты, что я оплошности не терплю? Осмелюсь, впрочем, доложить, что и заметить было невозможно. А он смотри. Даже наружность почтенна. А он смотри. Приемный день. А он... Околотили вы мне руки с этими приемными днями. Но, однако, избавьте меня от этих сцен. Уберите. Уберите, простите, я ну-ка уйди. Да он не в своем виде. Что от него пахнет? Пахнет, ваше величество. Чем? А? Не могу. Чем? А? Рыбой. Спиртуозностью, ваше превосходительство. Ну так. Несите. Кто, батюшка, млекопитающий это? Ваше превосходительство, ваше сиятельство. А деньги-то сделайте милость. Ну а что деньги? Возьмите их. Да при рапорте и представьте. Нет, ваше превосходительство! Я до них не коснусь. Извольте их счесть и опечатать, ибо сумма в неизвестности. Так, по крайней мере, я и мои подчиненные останемся вне нареканий. Ну, это так. Вот это я люблю. Деликатно. Деликатно, ваше присутствие. Сочти. А вам, ваше сиятельство? А вам, ваше сиятельство, не угодно ли будет принять их и приобщить к делу? 1350 рублей, ваше сиятельство. Несите их ко мне, а вы нарядитесь следствию и строжайшее. Слушаю, а предложение, согласно приказанию вашему об обращении дела к переследованию, готово. Ну, стало все в порядке. Да. Все в порядке. Только у меня от этих порядков-то дух захватило. Следствие. А ну как помещик и при следствии такой же жар окажет. А если и горшее предположить, оставят в подозрении, эка штука. Я много кого оставил, ничего. Все здоровы, еще и кланяться приказывают. Доживают свой век в своих вотчинах. Что ж, уберусь в свою и я. Княжеская была. Где? Там, ваше пресвятие. Ну, там, у Муромских. А там? Да ничего нет. Ну, что-нибудь-то делается? Ничего не делается. Уж сделано. Следствие нарядить приказано. Наряжайте что другое, а не следствие. Да умели вы! Удивлен. Как по мановению совершается. Что же такое? Умер. Умер кто? Как? Проситель? Не довезли до дому. В карете и кончился. И кончился. И концы в воду. Мертво. И запечатано. Какой необыкновенный случай. Дай Бог ему царство небесное. Что ж, дай Бог ему царство небесное, я не прочь. Ну, а мне-то, горемыки, что? А? Кто здесь родил? Кто действовал? Кто отсюда вот на руках своих его выволок? Вы вот упоминаете, что на своем веку надевали трубки, бегали им лавочку. Ну, а такой товар на себе таскать изволили? Ась! Так я вот о чем прошу. Извольте меня оценить. Не-не, я отсюда без этого не выйду. Оцените? Что вы ко мне пристали? Как мне вас оценить? Как? Помилуйте. Дети знают. Да еще при таком окончании дела, где не только концы в воду, а все крючки и петельки потонули. Мое участие наполовину простирает. Наполовину!
Хорошо, вот я тебя выучу. Ну что ж, наполовину так наполовину. Скажите, что все вами сделано, и тут не спорю. Я не в том смысле. Я насчет полученной суммы... Полученной? От кого полученной? От покойника. Вы шутите. Ведь я при вас ему ее возвратил. Как? Возвратили? И за счастье считаю, что на этот поступок решился. Отцы мои, что вы сказали? Я говорил, какое счастье, что я от покойника денег-то не принял. Не приняли вы? Не может быть. Масенька, ваше превосходительство, друг, душа, благодетель, простите, Богом прошу простить, я беден, я вся в бедности, у меня долги, я гол, мне есть, хочется! Полноте тарелки, встаньте, что за малодушие, вы себя компрометируете. Судите сами, прими я от него эти деньги, ведь всю жизнь попрекать себя должен. Совесть бы замучила. Вы не взяли. Что? И не взяли от того, что вас бы совесть замучила. Смеетесь теперь? Не плакать бы после. Ведь я... тихой смертью изведу. Знаете? Нет, я ничего. Ведь я из бренного-то тела таким инструментом душу выну, что и не скрипнет. Понимаете? Нет, помилуйте. Я ничего. Вот он! Где есть? Как оставил он у меня на столе эти деньги, так точно кто меня под руку толкнул. Я и не взял. Просто Бог спас. Его великая милость. Дело. Люблю всякую глупую башку учить надо. Мало того, по-моему, взять да во слину ее морду кулаком и сунуть. Дурак, мол, ты, искони бе чучело и по гроб полишинель. А! Ограбил. Всех ограбил. Я говорил, что наберет меня. Оберет как липку и обобрал. Ну, что же теперь, старый друг? А? Ну, пойдем. Пойдем опять по миру. Гольем шитый, мишурой укрытый, отхватывать наш чиновничий пляс. Думал я сим же днем сбыть тебя на вшивом рынке. Нет, нет, и тут не судила судьба. Ха, мечты, мечты, провалитесь вы в преисподнюю. Мечтал вот здесь... хоть копейку сущую заручить на черный день. Нет, нет и нет, говорит судьба. Судьба, будь проклята ты, судьба, в делах твоих. Нет на свете справедливости, нет и сострадания. Гнетет сильный слабого, объедает сытый голодного, обирает богатый бедного. Взял бы тебя, постылый свет!
Да запалил бы с одного конца на другой, на надевший мой мундиришко, прошелся бы по твоему пепелищу. Вот, мол, тебе, чертов сын!